28 августа у Анатолия Васильевича заказал 1000 коконов. 1 сентября посылка была сформирована и отправлена в мой адрес. Посылку я получил. Посылка пришла ко мне 5 сентября, но по некоторым причинам я ее смог получить только 7-го. Посылочка выглядела таким образом, то есть упаковочка, утеплитель. С правой стороны находились коконы 1000 плюс 100. С левой стороны был подарок в виде ювенилов. Ювенилов, ну, не знаю сколько. Ну, на взгляд было где-то порядка 500. И также был вложен корм. Корма было, конечно, больше, потому что я уже заселил коконы. Покажу. Заселено было 1000 коконов плюс 100, 500 ювенилов и 10 взрослых половозрелых червей. Состав. На дно ящика я положил вареную малину ломаную, кроличий помет, смешанный с соломой. Все это дело присыпал перепревшими листьями, перемешанные с ферментированными овощами. Дал это всему отстояться 3 дня. Затем заселил, как я вот сказал, и присыпал родным кормом и пролил водой. После того, как я разобрал ящик с дендробеной, с коконами дендробены, у меня осталось примерно вот такое количество коконов. Может, конечно, не все выбрал, но выбирал по максимуму. То есть, ну, я тут думаю, не больше сотни. Их очень много, прям кишат. Посчитать не представится возможным, только взвешу. Так, червячок весь ушел. Я корм уже вот подготовил. Кормиться будем таким способом. То есть через сито. Вот такая куча получилась у нас. Сейчас они уйдут. Уйдут. Я подкормлю. Подсыпали свежего субстрата, немножко сбрызнем энзимами, кормим.